Все готовы, Дмитрий, даже немного потанцует. Чуть расслабился, сейчас валерьянка, возможно, что-то успокоил нервы. 0-0. И вот уже, как видите, полуфинале. Оба. Два судьи присутствуют, двое судей присутствуют на площадке. Мяч забирает Андрей, он как бы поддерживает. Стиль игры Дмитрия. Успешный, но результативный. Вот и... Сталкивает практически Дмитрий. Я это заметил. А Андрей... Андрей мяч. Минута прошла. Вот. Да, опять. Снова отстоял свое кольцо. Только что, Андрей. Вот там выкрикивают свои комментарии по времени. Время-то идет грязное, как будто отдыхают, возможно, диджей Мальта к тому способствует музыкой. О беге совсем позабыв оба участника. Позволяет отдохнуть и себе, и сопернику. Но Дмитрий забрасывает первый мяч 2-0. Опять забирает мяч себе Дмитрий. 2 минуты прошло. Останавливается вот кольцо. Время на атаку всего. 15 секунд на атаку. 15 секунд на атаку. Тут Андрей. Да! Картинка там оттуда слышна. Андрей. И вот Дмитрий. 2-3. 2-30. Поднял мяч над головой, а значит, допрыгнул до него практически никак. Да, 2 очка зарабатывает Дмитрий. 4-3. Опять трехочковый. Да, не стоит давать бросать трехочковый. Андрей, потому что у него это слишком хорошо получается. Нельзя позволять себе такое в полуфинал национального финала. 6-6. Не позволяет случиться на ошибках, потому что 9-6. Не давать бросать издалека Андрею. Тренировался, научился. И не трогать фотографа. Вот главное правило. 1,5 минуты осталось. Дмитрий сокращает разрыв в счете, но по-прежнему уступает. 1 очко. 4 очка. 3 не дает. Каким хитрым способом так. Ну пока бежим туда, можно попробовать, я не знаю, получится ли запустить волну в том направлении, пока там мяч подают. Давайте попробуем. Обозначить на 1, 2, 3, так, 1, 2, 3. Воу, пошла туда, волна пошла. Воу, пошла сюда, пошла. Ну, нормально, пока относительно шти, но тем не менее мяч вернулся. Мы потом вернемся еще к этой теме. Это было... King of the Rock серфинга, скажем. Осталось минута. Посмотри, теперь нужно сюда. Всеми глазами. Бумя. 8-12 счет. 45 секунд. Цитата. 40 секунд. Дмитрий решился на бросок издалека. 1 очко всего. Уступает он Андрею. 30 секунд.
Андрей, как мы помним, хорош в трехочковых бросках. Ему трехочковое бросать. 23 секунды. Что творит? Что творит? 20. Знаю о том, что Андрей трехочковый бросает с закрытыми глазами. 15. Все равно допускает такое. Здесь нельзя бросать. Какой 10 промах. Секунд. Конечно, площадке. Осталось играть 10 секунд. Дмитрий не должен расстраиваться. Да что ж такое? Ну вообще. Три секунды. Остается 3 секунды. О, красиво бросит Дмитрий. Чуть-чуть расстроился Дмитрий, но тем не менее у нас есть первый финалист. Андрей Навойчик. Человек, который имеет все шансы представлять нашу страну.